Помогают ли демографические ситуации увеличению капитала? Ну, наверное, наверное. Мне пока она не помогает. Лично. Ну, наверное, кому-то помогает. Но это так долго, это как что-то так медленно это увеличение растет. Понимаешь, растут цены на все. И увеличение капитала на это как-то оно ну, мало, мне так кажется. Все-таки мало это малозаметно, вот это увеличение. Потому что это до. Мне кажется, родителей. Подожди, что-то я запутался. Неправильно.